Владимир Пальчиков готовит свою машину к выезду. Он состоит в добровольном подразделении Черемновского сахарного завода. Сегодня у Владимира есть помощник, но иногда приходится выезжать на пожары в одиночку. Да в чем сложность? Одному только что как неудобно. А так сложности нет. Но мы каждое утро отзываемся в МЧС Палск. То есть представляемся, такой-то, такой-то заступил. И все, в случае чего, они нам отзываются, и мы поехали помогать. Им отзвонились. Значит, отряд экстренно выезжает на тушение и сразу вызывает профессиональную бригаду. А пока те не приедут на место, Владимир, как тут говорят, держит огонь. Также добровольцы действовали и на прошедших выходных. Майские праздники традиционно открывают сезон природных пожаров. Первое настоящее тепло, сухая погода, поездки на дачи и на природу. В таких условиях добровольные подразделения незаменимы. Помощь добровольных пожарных команд, добровольных пожарных дружин, а общим словом добровольной пожарной охраны, просто неоценимая. Значит, ребята знают район выезда, ребята грамотные, выезжают и иной раз бывает первыми. С 1 по 12 мая подразделения именно добровольной пожарной охраны самостоятельно потушили 26 пожаров и приняли участие в ликвидировании еще 118. Кроме того, они наравне с профессионалами проводят рейды по жилому сектору и патрулируют территорию. В крае, где пожары выжигают целые деревни, как, например, в 2010-м, МЧС активно поддерживает развитие добровольного пожарного движения. Сегодня это уже 17 тысяч человек и 358 единиц техники. Андрей Дриер, «День с толком».